Добро пожаловать на канал Harder.info. Сейчас я покажу вам, как пользоваться часами Amazfit T-Rex. Смотрите, у нас очень простой интерфейс, в принципе, именно физический. Это кнопка в правом верхнем углу, то есть правая верхняя кнопка – это выбор, и правая нижняя кнопка – это назад. Верхняя, получается, левая кнопка – это вверх, левая нижняя кнопка – это вниз. Смотрите, для того, чтобы разблокировать экран, нужно любую из кнопок нажать. Ну и тут уже понятно, что можно не пользоваться сенсором в принципе. То есть можно пользоваться и сенсором, но можно пользоваться и кнопками. То есть вверх это up, вот это вот, да. Вниз это down, select это выбор. То есть, например, мы можем, правда, вот вправо никак не перейти, к сожалению, да. То есть мы в принципе, вот, ну, открыть шторку правую не можем никак. Мы можем открыть тренировки, используя, нажимая кнопку Select. То есть, да, если мы нажмем кнопку Select на рабочем экране, мы откроем тренировки и можем выбрать, какую тренировку хотим провести. Нажимаем Go, и вот якобы все, тренировка пошла. Нажимаем еще раз, сохраняем, да, и все, тренировка завершена. Вот так вот просто. Для перехода в функциональное меню мы свайпаем справа налево и, получается, попадаем в меню всех наших возможностей устройства. Здесь есть и сердцебиение, и тренировки, и активность, и погода, и будильники даже, чтобы вы понимали. И даже функция «Найти мой телефон» сейчас... О, господи, громко. Вот. И настройки, собственно, соответственно, тоже здесь есть. Вот, в принципе, и все. Вот так вот просто использовать устройство Amazfit T-Rex. Это великолепные часы, наверное, самые лучшие Amazfit из всех, которые были. Ну, а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.